Да пропусти ты ее! Назад, назад, сдай! Ну а ты-то куда? У вас курит? Нет. Так, давайте по порядку. Имя, фамилия. Алиса Калманович. Транквилизатор? Антидепрессант. Феназепам – это транквилизатор. Откуда они у вас? Врач выписал. Ну, расскажите, что с вами случилось. А смысл? Попытаюсь вам помочь. Мой парень застрелился у себя на балконе. Сам. Он выстрелил себе прямо в лицо. У него вся башка развалилась, понятно? Я спать вообще не могу. Мне помогают только таблетки. И то уже не все. У меня паника. Сейчас тоже? Поскольку вы принимаете? По три. Без таблеток пробовали? Пробовала. И йогу пробовала, и иглоукалывание, всю вашу херь пробовала. Из-за чего застрелился ваш парень? Я не знаю. Он не оставил никакой записки. Ничего. Просто сказал, что устал. И все думали, что я виновата. Я шла по школе и слышала, как за моей спиной говорят: «Смотри, смотри, это она, из-за которой этот парень застрелился». Вы, кстати, на него похожи. Он был красивый. Они, правда, такую дебильную фотку на памятник выбрали. Вы были на похоронах? Была на похоронах, на поминках. 9 дней, 40 дней. Я везде была. Я не могла не пойти. Они бы все решили, что я виноват. А вы виноват? Нет. Вы же здесь не первый раз, так? Второй. А до этого что было? Таблетки. С моста прыгала. Мужик за капюшон вытащил, поймал. А мама где была? Не знаю, бухал, наверное, где-то с мужиками. Она вас бьет? Раньше, я давно там не была. Хорошо, а что с папой? Папа хороший, он меня всегда защищал. Только не люблю его друзей. Почему? Когда мама уходила, папа приводил своих друзей. И? Папа тогда напился сильно, а его друг начал ко мне приставать. А я тогда не умела, не делала это. Начала орать. Папа не услышал. Очнулся, увидел, что на мне этот мужик лежит. Схватил нож и прям в бок ему. Мама сказала, что это я во всем виновата. То, что папу забрали. Что я шлюха. Я тогда первый раз ушла. Надолго? На неделю. Потом вернулась, а там на папе на кровати мужик лежит.
Ну, я взяла им и подожила к кровати. Они проснулись, и давай меня бить, суки. Сколько вам было, когда все это случилось? 14 где-то. И после этого вы так и шатаетесь, где попало? У парней разных остаюсь. Вам надо пройти лечение. Хорошо. Что хорошо? Вам что, все равно? Это дочка ваша? Да. Можно посмотреть? Как вы вообще собираетесь жить дальше? Я не собираюсь. То есть будете продолжать попытки? Что, думаешь, от этого вкуснее будет? Вы тут с Танюхой счет вообще открыли, семейный тип? Нормально. У меня тоже такой, с моей. Да ну прикинь, все деньги, которые я на ремонт ласточек скопил, все спустил на пароварку. Нахрена она вообще нужна, эта коробка пластмассовая? За 7 штук? Витамины сохраняет. Моя говорит. Тоже отформатирована. Да, Танюш? На работе? Как сломалось? Мастера уже вызвала? Ну и сколько? Сколько? Не, серьезно, я не понимаю. Я не понимаю, что вы меня здесь держите? Что вам от меня надо? Что я должен сказать, чтобы вы меня отпустили? Что я должен сказать? Есть ответ правильный? Объясни мне, куда я попал? Почему вы меня здесь держите? Чё вам надо? Чё я сделал не так? Чё я не так сделал? Я не так на тебя смотрю? Ответил не так? Где? Скажи, чё мне надо сказать? Чё мне надо сказать, чтобы отсюда выйти? Чё мне надо сказать тебе, чтобы отсюда выйти, блядь? Чё мне надо сделать? Прием начнется в 5:15. Ага. Я ее заберу. Даже не знаю. Послушай, а давай сегодня без капусты. И, пожалуйста, без сельдерея. Давай я сам приготовлю. Я обещаю, я успею. Вкусно и полезно. Последнюю. Давай завтра. Вы должны были ее еще вчера принять, у меня сегодня выписка. А почему с утра не поставила?
Тайское блюдо. Легко готовить. Вкусно, полезно. Ну, что с вами случилось-то? Я выпила уксус. Я уже прочитал, что уксус. Зачем? Просто, простите, мне домой надо. Он там у меня не может долго один оставаться. Вот и давайте вкратце тогда. Мне домой надо, у меня там сын один. Ему долго оставаться, одному дома нельзя. Он несовершеннолетний? Ему 25 исполнилось на прошлой неделе. Тогда в чем проблема? Мне домой надо. Он долго-долго не может один оставаться. Я ему отец и мать, я не досмотрела. Сначала сережки стали пропадать, кольца, там цепочки золотые. Я не обратила внимания. Потом он соседку, видно, ограбил. Она хотела заявление подать в милицию, а я ее отговорила, она не стала подавать заявление. Наркотики? Да, нет, да, да. Я не досмотрела, когда дома вообще ничего не осталось. Я ему говорю, ну как-то дома ничего не осталось, так нельзя. Он меня так сильно ударил, я не обратила внимания. Однажды он вас и убьет? Нет, не убьет, потому что я ему мать, он не может меня убить. Мне очень домой надо, рядом с ним быть. Долго не может дома один оставаться. Я не могу вас выписать. Нет, вы все можете, я вас очень прошу. Нет, мы встретимся в другой день. Здесь нельзя оставаться. Я не могу ему... Я вызову сестру. Долго нельзя ему оставаться одному. Я вас очень прошу, пожалуйста. Вы не бог, чтобы меня здесь оставлять. Вы не можете решать за меня, потому что мне надо домой. Он дома не может один оставаться. Он дома оставаться один не может. Я здесь долго, он долго не может один оставаться. Он долго в этом доме не может один дома оставаться. Даже в доме, где ничего нет, он не может долго один оставаться. В этом доме он долго, я ему должна, рядом с ним рядом должна. Представьте себе такого конца. Давай скорее приезжай уже, я тебя жду. Ба-ба.